Game over. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, Плажага, Гомыльский Корсар и Три Возвращения Легенды. Что ж, собственно, я думаю, можно помучить нашего генерала-губернатора, да? Чуть генералом его не назвал. Тут генерал-губернатор отдельно есть, вот он. Так. В надежде, что наконец-то мне дадут корсарский патент, и, возможно, у нас эти пираты появятся. Попробуем. Там ко мне, капитан. Да, есть! Ребята, есть! Я столько мучился, но... Скорее спасите наш город. Самое, что смешно, почему-то я должен спасти, а всем остальным пофиг. Так, ну окей, погнали. Там весело сейчас будет. Живые мертвецы нападают. Вперед, парни! Руби кромсай! Ничего себе, их сколько, а? Серьезная задачка. Блин, их пиздец как много. Если бы я их сам не видел, наверное, бы не поверил. Реально много. Так, а чё так быстро все ребятки сдохли? Эй, стража! Стража, вы где? Господи, они сдохли все. Очуметь. Пару стражников всего было. Противовес. Там хоть один-то сдох. На, только один валяется. Мертвец. Так, жемчужина собирается автоматически, как только я их обшманываю. Это круто. Если вот так раз. Сюдым-сюдым. Бац. Все, ребятки, на еще один круг. Вперед. Догоняй, не отставай. Один умер. Странно, я думал больше. Ну ладно. Сколько ребят положило. Бац! Да ладно, он подохнет. Не стесняйтесь. Не надо стесняться. Да и все равно мертвецы. По сути. Так, надо убедиться, что он собирает жемчуг. Проклятая. Ого, всего одна, минус 50 к везению. Зашибись. Охренеть. Не встать. Всего одна. Шикарно. Живем, ребят, живем. Отойди ты от них. Встал как вкопанный. Первый раз, а? Фига себе, они еще фигачить могут с пистолетов. Крутые парни. Бац. Я тоже могу так. С пистолета. Так, я понял, что по сути они мне выпадают прямо во время убийства. Следовательно, мне не надо их шмонать. С одной стороны, это прикольно. Удобно. Комфортно. Даже. Держи несчастный. Эй, дерзкий парень. Мы отбились, собраны жемчужины. Так, возвращаемся к губернатору. Сколько жемчужин я собрал? Количество 90. В принципе, неплохо. Быстро собираются. Да. Добротно. Нужно 666. Всего-то. Здорово. Что у вас там ко мне, капитан? Человек чести. О, господи.
А патент мне дашь? Ко мне, капитан. Если еще раз прошусь, спрошу. Еее! Патент мой. Отлично. Шикарно, ребят. И сразу двух зайцев. Теперь я могу, когда закончу сюжетку за летучего голландца, сразу могу приняться за прохождение непосредственно голландской линейки сюжетного дела. И с чистой душой и совестью закончить игру. В принципе, можно еще, конечно, с женой обзавестись, но не знаю, ребят. Давайте так, если на этапах моей игры кто-то хотя бы, хоть один человек изъявит желание, чтобы я еще и прошел линейку квестов именно где там можно раздобыть себе женушку, то я пройду. Если нет, то ну нет, так нет. В принципе, я не сильно-то навязываюсь. Так, отлично. Все, люди вернулись на улице города. Так, мне не очень-то нравится то, что эти жемчужины имеют минус 50 к везению. Это меня они херово так обламывает. Даже как-то стремновато становится. Здоровье плохое. Ужас. Так, а у меня есть что на борту? Может, что? Ну что у вас ко мне, капитан? Да, что у меня такого? С чем я к тебе пришел? Сейчас посмотрим. Да вроде ни с чем. А, бриллиант есть, но его немного. Ладно. Посидим на корабле маленько. Потусим. Тикс, тикс, тикс. Пару дней пропустим. А там будет видно. Ха. Гаденыш, а? Здоровье стало хуже. Кошмар. И так оно было не на высоте. А теперь скатывается в самое донышко. Ладно, 29 сентября. Ну, пираты плывут. Прикол. Кстати, если не ошибаюсь, по-моему, по ночам они еще должны, эти мертвецы, мне в джунглях попадаться. Была какая-то такая тема. 6 пиратов. 6 кораблей. Ёшки-матрешки. Здрасте. Военный фрегат. Блин, крутые пираты. Очень крутые. Представляю их сейчас удивление, что их тут ждет форт. Хе-хе. Так вот, что-то стражи у форта нету нифига. Неохота мне с ними биться, вот честно скажу. В плане того, что захватывать кого-то на абордаж и все такое в этом духе. Прям вообще не улыбается. Попробую спрятаться за форт, а там будет видно. Погнали. Тикс. Один отчаянный, я смотрю, все-таки. Решил поближе подплыть. Ну ладно, коль не шутит. Другие он сдриснули в обратку, только один плывет. По принципу, кто из них сильнее отморожен. Ну ладно. Блин, не шутят. Наверняка он категорически уверен, что он сможет, что у него все получится. Те-то ребята его кинули конкретно, мы убежали как далеко. Разворачивается. Тикс, тикс, тикс. А нет, я смотрю, мелкие хотят все-таки помочь. Он там плавает вокруг да около. Гаденыши. Еще
разрядил орудие. Я нападу на него сейчас, когда он будет ослаблен. Это будет шикарно, эпично. Икс. Сейчас его маленько еще вымотает посильнее. Мы попробуем его забрать. Ну же. Давай. Сейчас будет классно. Жаль, команду еще сильнее не вынесли. Чтоб у меня было преимущество, тогда бы, мне кажется, они, может быть, даже сдались. Погнали. Так, тихо, тихо. Тихо, парни, я помню, какие вы дерзкие. Поэтому спокойно. Опуха. Все умрете. Не волнуйтесь. Каждого прибью. Индивидуально даже, возможно. Опа. Даже двое у меня было, нифига себе. Я думал, вообще никого не будет. А их было двое. Так, везение это теперь я фиг дождусь. Поэтому ходить на абордаж мне сейчас не с руки. Критовать практически не будет. Данное умение. На, держи, гаденыш. Обана. Вот так. Все-таки иногда периодически везет, да? Смотрю. Критует. Это здорово. Это потрясающе. Пошла жара. Обадно. Вот так. Сейчас умрешь. Ты только не стесняйся. Не надо стесняться. Штишнительный, мой друг. Готов. На тебе. Бац. Выстрел. Да я смотрю, ты бессмертный, блин. Я тут парирую, парирую твои атаки, а ты вообще беспределишь. Next. Так. Хлоп. Готово. Ничего ценного нет. Вот такая же секира, как у меня. Ну. Я уже этот меч видел. Тик. Никого обыскивать. Какой ужас. Бац. Иди сюда. Чувачок в шерфе. Готов. Больше выделывался. Тикс, тикс, тикс. Отлично. Блин, да у него ничего ценного нет. Он просто, видимо, охотник за головами. Забираем все тогда. Хотя кулеврины можно выгрузить. Они не так дорого стоят. Топим. Бац. Все. Так вот.
Потому что надо проверить мою теорию, но если я не ошибаюсь, то все-таки я в джунглях должен встретить мертвецов живых. Дай ушку нас спасти. Сейчас спасибо. Помогите, помогите, умоляю вас. Сейчас поможу. Кошелек или жизнь? Какой смелый. Дьявол! Смельчак, однако. Парниша. Бац. И нету смельчака. Держи. Готово. Капитан, я рада вас видеть. Еще бы ты не была рада меня видеть. Если б не я, над тобой бы хорошенечко надругались. А там форт у нас. Сейчас маленько погуляем. По-моему, должны быть по ночам эти мертвецы. Прошу прощения, но я тороплюсь. Давай. Ясно. Какой скромный совет он мне дал. Не гулять ночью в джунглях. А ты кто? Извините, но я спешу по делам. Что? Врешь и прибедняешься, гаденыш. Вот в пещеру. Ну чё, рискнем здоровьем, зайдем в пещерку. Кстати, на всякий пожарный нужно делать еще и сейвы, которые обычные. А то бывает иногда быстрое сохранение, оно может испортиться. У меня уже так несколько раз было. Есть эффект. Мертвецы ожили. Так, ну, мне кажется, мне не дали то, чего я хотел. Проверим. Да. Это все-таки, видимо, не те мертвецы. Офигеть, их везде очень много. Иди сюда. Ага. Сейчас размечтались. По одному в очередь. В очередь, я сказал. Ёшки-матрёшки, я, покажись, попал. Их слишком много. Держи. Нет, повезло. Бац. Так, парни, ну расслабились. Разошлись вон как. Хлоп. Совсем распоясались, гаденыши. Так, вот я изумруд взял. Он реально помогает или нет? Проверка. Да, 10 к авторитету. Реально помогает. Не обыскивать. Так себе. У них, я смотрю, много драгоценностей интересных есть, вкусных. Так вот, биться с ними, конечно, это не очень приятно. Окей. Возвращаемся обратно в город. Однако. Так, сымся. В таверну. Что вам налить, капитан? Давай до утра. Переночую маленько. Пойдем в резиденцию. Послушаем, что он мне расскажет. Может, еще даст квест на трупу. Ну что у вас там ко мне, капитан? Порт-рояль на Ямайке.
Да, конечно, обязательно, мой дорогой. Хоп, она быстрая загрузка. Ты чё мне такие стрёмные кто у вас там ко мне, капитан? Не хочу я туда попадать, чувак. Не люблю я эти задания, где нужно прокрадываться на остров. Ну что у вас там ко мне, капитан? А, ну вот это контрабандистов, это можно. Задняя. Это легко и просто делается. Ищем чувачка, скорее всего, это он. Чертей. Нет. Я самый известный красавчик. Да. После Николаса Шарпа, конечно. Тикс. Наверное, как всегда, на старом добром месте. Но. Тише. Вокруг полно патрулей. Конечно, тише. Я сам из патруля. Вы обращайтесь, если что, не стесняйтесь. Господи. Отлично. Бац. Готово. Эх, так себе. Не, ничего ценного. Все, валим отсюда. Во. Наверное, сначала сдадим квест, потом пойдем чиниться. Ну что у вас там ко мне, капитан? Все, они подохли. Ну что у вас там ко мне? Что у вас там ко мне? Ну что у вас там ко мне? Что у вас там ко мне? Я сел помочь, может ли даст работу? Что у вас там? Что у вас там? Что у вас там ко мне, капитан? Нет, если его мучить, он квест его не дает. Бяка-бука. Тогда идем на верфь, чинимся. Мы приведем ваш корабль в порядок, капитан. Все так говорят. Фига себе, уже утро настало. Не, пожалуй, к себе на корабль пойду, в каюту. Там можно бесплатно переночевать до утра. Отдыхать до утра. Вот и все. Профит. Не, не факт, конечно, что у него будет задание для меня, но попробуем. Ну что у вас там ко мне, капитан? Что у вас там ко мне, капитан? Видимо, теперь нужно ловить момент. Что ж, ребят, наверное, опять, дабы не отвлекать чрезмерно много времени, да, на все это дело. На все безобразия. В общем, пока что у нас 90 есть, а нам нужно еще дофигища. Так, наверное, только я награбастаю необходимое количество, я продолжу запись. Вот, так что увидимся в следующей серии. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока.